Приветствую, друзья! Те, кто смотрели мои видео с Демьяном Цыганом, те поймут, о ком идет речь. Если же вы еще не смотрели, то рекомендую. Так вот, перед Днем Победы Дима очень сильно отравился. Как он отравился, он сам расскажет вам. И уже 5 дней находится в Новоазовске в больнице. Но сегодня его выписывают, и мы с отцом едем его забирать. На горизонте наш мариупольский монстр Азовсталь. Сейчас будем ехать через мост. Покажем вам, как строится новый. Это временный объездной, правильно? А слева ведутся работы по строительству, да, нового моста. Дорогу уже здесь сделали, полностью новая дорога, идеальная дорога. На этом участке тоже дорогу уже сделали. А тут была бетонка, тоже там невозможно было ездить. Да. Итак, друзья, мы выехали из города Мариуполя. Трасса здесь идеальная. Позади нас восточный микрорайон. Thank you.
Мы уже повернули в сторону, вот церковь слева проезжаем, уже Новоазовск. Около самолета, все, давай, давай там. Хорошо, давай. К самолету едем. А вон он идет. Да ладно тебе. Я с друзьями до рыбаков зашел. А, они тебя, он рыбы, да? Здорово. Рад вас видеть. Брат, сегодня праздник. Какой? Ну, то, что ты бросил все и приехал за мной. Да ладно тебе. Я зашел до друзей. Я не так сильно был. Думаю, у вас будет праздник. Взял вам это свежие камбалы. Красавчик. Давай, да, мы просто не знали, где стать. А, слышишь? Короче, я тоже, слышишь, я ж тут был уже давно, как бы, уже сколько мне тут, 12 лет не было. Угу. Подожди, война началась в 14-м, 15-й год последний. Сейчас это сколько, с 15-го года до сегодня? 8 лет, да? Да. 8 лет я вот тут не был. Это мой родной край почти. Я тут работал с 12 лет. Ого. Рыбаки, рыба, тут это бизнес у меня, ты даже не представляешь, какой. Мне был. Рассказывал немного, да, об этом. Помню, рыбой ты занимался, помню. И сейчас это, знакомых, это, они, это, я позвонил, они такие рады. Я забежал, это, думаю, рыбкой угостили, и я думаю, вам тоже. Ну, молодец. У вас это, жареха сегодня вечером будет. Спасибо. Молодец, спасибо. Камбала, Игорь, только с моря, камбала. Вау, вообще. Ух ты. Вот как у нас появляется теперь рыба в море. И да. Это, и пузанок, там вам еще пузанок есть такая рыбка, да, жирная, вообще с картошечкой, твардой, это просто конфета, а не рыба. Слабосоленая? Да, она такая слабосоленая, пузанок называется. Вот. Здорово, здорово. Ну, Игорь, да такое только ты способен. Вот так бросить все и прилететь аж в Новоазовск. Да, это ж близко, Дим, это близко, что-то. И дальше можно прилететь. Ну, близко, знаешь, Игорь, я чуть туда не отлетел. Ну, видать, еще не время. Завал. Да, вот такое вот случилось. Ничего себе. Тогда как, домашние яйца свои? Нет, ну как бы до рыбки купил яйца обычные в лотках. Вот, и я дня два, оказывается, они могут не сразу действовать, это отравление. Понял, как бы, они могут от 4 до 52 часов. До 52. Да, аж сработать могут. То есть, через, ну, двое суток точно, да? Да, да. Ну, оно так и получилось, я двое суток назад яйца пил. Обалдеть. Да, неприятно. Вот. Я сам люблю сырые яйца. Да, я люблю. Ну, так вот тут получилось. Людям же тоже надо зарабатывать. Да, понятно, ну, зарабатывать. Ну, не 3000 рублей от Новоазовска до Мариуполя. Да, это круто. Это слишком, это жирно, это уже грабеж. Это не заработок, а грабеж. Дима думал сначала на такси приехать в Мариуполь, а тут 35 километров до Мариуполя от Новоазовска. Таксист ему 3000 рублей, представляете? 35 от силы до Мариуполя ехать. Мы с папой за 15 минут доехали вот после блокпоста. Представляете цены, какие лупят местные? Может, он не местный? На заработках. Да не местный. Я в парке там сидел в интернете и уже и дом его узнал, где он живет. Он мне махал на чай, заходи, я говорю, не, брат, если у тебя такси, может, ты мне потом счет за чай предъявишь. Да. Я говорю, не, спасибо. Да, да, вот люди есть, завал. Но это он тебя на чай приглашал, он же, наверное, надеялся, что ты поедешь с ним. Да. А я вот прохожу такой мимо, он раз смотрит, я иду, и улыбается. А я раз и прохожу мимо. И, кстати, слышу такое, угасла улыбочка. А я так прошелся хорошо по парку. У них такая аллея красивая. Вот это
не знаю, километра два, наверное, идет. Mm-hmm. Вот это от самолета до больницы. Вот это такая прямая аллея у них там. Понял. Я так прогулялся хорошо по ней. И думаю, хорошо, что я решил выйти пешком туда до... Правильно. До друзей. Правильно, правильно. Вот так вот, друзья. Бывают и такие люди. Когда мне было 11 лет, мои родители взяли здесь 30 гектар земли. Вот в этом колхозе, вот, mm-hmm. вот за вот этой посадкой. Mm-hmm. Посадили дыни, там астраханский арбуз, огонек, все. И вот тут у нас была бакшапка. И потом рыбаки ездили сюда к нам за арбузом и начали возить, меняться рыбу на арбузы, короче. Ну и так раззнакомились. И потом мы оставили заниматься бакшой и начали заниматься рыбой. Mm. Ну вот так вот, вот и познакомился я с Новозорской. И проработал до 15-го года. Это сколько лет ты рыбой занимался? Ну вот и считай, это получается с 12. Ну сейчас это надо посчитать, какой то был год, когда мне было 12. Если я 78-го года плюс... 12 это было. 90-й. 90-й год, да. 25 лет, что ли? Вот, да. 25 лет получается. Ого. Значит, ты в курсе, какая рыба водится в Мариуполе, говорю. Да. В Азовском море, вот правильно? Даже люди не знают, что у нас в море в Азовском есть такая рыба, которая называется морской петух. Морской петух. Ты знал, Пах? Знал, да? Вот. Ну. И это самое, эта рыба чем-то похожа на японского сомика, но только что с красными перьями. Вот я не знал. Большая, да. Вот я есть такая знал. Рыба. Сейчас ее, мне кажется, нет уже. Да, ее нету сейчас. И я ее в последний раз видел, эту рыбу, сейчас тебе скажу, ну где-то в 2000 году. У меня в Безымена жили друзья, это рыбаки тоже. Mm. И Леха, рыбак, говорит, Димон, говорит, редкую рыбу давно видел. Я да. говорю, петуха, он говорит, да. Он говорит, и отдал его специалистам. Короче, чучело сделали. А-а-а. Вот какая рыба водилась у нас. А почему ее сейчас нет? Ну, истребляют. Ну, по разным причинам. Выловили, да? Выловили ее, всю. Убили всякими химикатами. А-а-а. И у нас в море, ну, помимо осетрины, была еще рыба морской толстолоб. Да. Был когда-то. Вот он так. Был в те времена, когда была на белого амура похожий. Белуга? Не-не. Сейчас. Как же? Кефаль. Вот. Понял. Кефаль. Вот в те времена она была. У нас и чехонь была, сейчас ничего нет. Ну да, чехонь была раньше как вообще. Как сабры такое у нас. Mm. Кстати, чехонь очень морская, вкусная. Очень жирная. Вот как бы обалденная рыба. Ну, очень жаль. Интересно. Да. Село Безымена, да? Когда-то здесь проезжал Пушкин. Назвал его Безыменное. Вот так выглядит село Безыменное, друзья. Хорошее село. Хорошее, да. И больница, и рыбцех. И цех по переработке дерева. Красотища какая!
центр города, подземный переход, друзья. Угу. Да, да, готовят. Вот Дима и дома. Мама! Так, Игорь, вот это пузодочек, это до картошки. Вау. Это там было. Спасибо. Это все. Спасибо тебе, Дима. Спасибо. Спасибо тебе, Дима. Ай, давай, лети. Вот ты, своих не сдаешь. Вот он. Вотька. Добрый день. Вотька, иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди. Дядя, видите, собака какая. А вижу. Это он спас на улице, тоже подобрал. Вотя, Вотя. Иди сюда, чудо, иди сюда. Вотя. Выбражай. Иди, Дадима. Иди сюда. Дадима, давай, иди. Да поедем, родители на дачу собираются. А я попозже привет. С Димой созвонюсь, и мы да. договоримся как. Мать, а привет. Спасибо тебе большое. Да не за что, не за что. Не за что. Дядя, спасибо большое. Не за что. Давай. Все, давайте. Не болейте. Давай, да, на связи. Мать, давай, скажи здрасте, все. До встречи, пока. Итак, друзья, Демьян жив-здоров. Приходит в себя. Все еще ему нельзя кушать все подряд. Да, еще несколько деньков он будет чиститься. Но все хорошо, он уже дома. И очень скоро я с ним встречусь. И мы продолжим серию видео с Демьяном обязательно. Так что, друзья, до скорой встречи. Всем мира и добра. Пока.